Книга «Открытым оком». Тема объединения. Том 14. Вопрос 2826. О соединении с Московской Патриархией. Мне Евангелие от Матфея 8:24-26 о буре на море говорит, что мы молимся каждый день о том, чтобы Слово Божие нашло место в сердцах людей, а оно положено в основу ваших книг. Значит, к этому соединению надо относиться как к ответу на молитву, чтобы и нас Господь не назвал боязливыми и маловерными. Если вы пойдете в плен, то и я с вами. Далее из 26 стиха читаем. Матфея 28:26. И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и соделалась великая тишина. Эти стихи прямо о нашем сегодняшнем положении. Но Господь обещает нам, Матфея 18:20, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Нина. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Вы моя слушательница, и здесь нет вопросов, так как это мое научение. Повторяю, мы категорически против объединения, так как Московская Патриархия не принесла покаяния ни в одном своем грехе. Священники лютуют против нас и наших книг. Пока идем в плен, а дальше видно будет. Уйти от них никогда не поздно, ибо в ушах верных всегда звучит голос». Откровение 18:4. «И услышал я иной голос с неба говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Иеремия 51:6. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, Он воздает ему воздаяние». Беспрецедентные случаи, говорят, указывая рожу сына наглеца. Их пожалели раз, теперь несут подряд, повырубит весь молодняк в лесах. А было раз, всего лишь только раз, пруд подарил любезному папаше, чтоб отпрыска учил, он сын, а не сураз. Теперь той отраслью по двум холмам и пашут. Успех был очевиден, зримо виден не только матери, соседям, но и в школе. Конечно, первопутком и обидел, но это только раз, всего лишь раз, не более. Теперь, как шелковый на тонкой паутинке, придет и ткет, и научился шить, а с послушанием и спит почти в обнимку, за леску ту тяну, нам вместе с сыном жить. Премудрый, но и строгий Соломон нас учит тратиться на розги, не жалея, иначе дом наполнит только стон, пронаркоманит отрок и рукава жилетки. Собачился, куражился с отцом, и слезы матери не ставил и в копейку. Теперь впервые в доме ночью сон. Мудрец нас научил: «Дитяти, не жалейте, то дерево благословений полно,
Творится правда от ветвей плодов, кропит пусть небо дерева в околке. Создателю хвалу день и ночь курить готов. Теперь и внуков привожу сюда с экскурсии к развесистой березе. Пропарка помогла, и схлынула беда, уже насевшая на отрока серьезно. Мы прецедент создать и не старались, с молитвой и без гнева к Библии склонились. На тело даже только нижний, не тело даже, только нижний ракурс. И низвели на все Христову милость. 13 ноября 2005 года. Игнатий Лапкин.